Бізнес-ноутбук номер 1 в усі часи. Але це не просто ноутбук. Це ThinkPad. На базі процесорів Intel Core i7. Симпал, 25 лет, для меня это тоже несколько символично, мне тоже 25 лет, и поэтому сразу вопрос в зал, есть ли еще кто-то, кому точно так же, как и нам, Симпалу, 25 лет, можно так и подумать? Есть ли? Всем молодым душой, 25. Прекрасный, роскошный, утонченный, производительный Симпал. С вашего позволения... Саша, а вот он, а вот он. Свеж, молод, полон сил, перешел очень серьезный рубеж зрелости и теперь смотрит уже только в светлое будущее, переоценил ценности, перевыполнил план, вышел на новую планку, ну, в общем, вы сами его лицезреете. И я, с вашего позволения, с удовольствием возьму этого красавчика на руки и, возможно, даже тем людям, которые сидят в первом ряду, если они спрячут свои телефоны, дам его немножечко, так сказать, потрогать, самую капельку, потому что, знаете, можно и пристраститься к этому, и я уже сегодня полтора часа за этим действием провел. Очень мило, так поглажу. Рад, что вы пришли на день рождения такого именинника, как вы видели, он неплохо сохранился. Он был от, при рождении и белым, и черным, как вы видите, для меня лично это был сюрпризом большим. Но все-таки, сегодня день рождения, и в день рождения принято рассказывать какие-то истории про именинника. И я хотел бы рассказать историю этого именинника, историю бренда ThinkPad. 25 лет для человека, наверное, это немного, это почти начало жизни, а для бренда ноутбук это очень почтенный возраст. Там идет презентация, я прогуливаю. Мне позвонили машину забрать с мойки. Тут очень удобно. Я на арт-заводе платформа, и завтра здесь будет кураж-базар. Вот. Поэтому прикольно, еще завтра сюда приеду или послезавтра с детворой. Закрой меня, я тебя согрею. С любовью, дверь. Класс, молодцы. Все, я возвращаюсь на презентацию. Всем привет. Продолжаю свой влог. Мы сейчас с Николечкой в машине и едем в торговый центр «Проспект» снимать для вас видео «Новогодние наряды». Там сейчас очень много разных платьев. Я хочу поснимать вам для канала «Жизнь мамы, которая девушка» определенные наряды к Новому году, мои варианты, можно так сказать, чтобы я выбрала, чтобы я надела. Поэтому, кто не подписан на канал «Жизнь мамы, которая девушка», то подписывайтесь «Жизнь мамы, которая девушка». У нас, вы просто подумаете или спросите у меня в комментариях, с кем же Дема. Приехала моя мама и вот дала мне возможность Демку оставить с ней и поснимать видео. Он у нас приболел. Только вам в предыдущем влоге сказала, что не вожу в детский сад, чтобы он не болел. И вы представляете, температура 37,5 сегодня с утра, с ночи была. И сейчас, ну, как бы ее не сбивают, просто сопли рычем, глаза больные. Отпаиваем, и я в Инстаграм уже сделала пост с лекарствами, и, в общем, пожаловалась вам на то, что Дема не хочет капать нос, поэтому я говорю, давай поиграем в доктора. И как это происходит? Он капает нос мне, назевином
которого уже нету, но он думает, что есть, и все мне капает. Вот. А потом мы меняемся, и я капаю ему уже назелином, который есть, и промываю ему нос физраствором. Вот, в общем, так мы играем в доктора. Таким образом удается закапать ему нос. А так, я не могу понять, почему так. Раньше такой проблемы не было. Вот. Ну все, сегодня у меня еще два мероприятия вечером. Я очень рада, что приехала мама. Так бы я никуда не пошла, а так мама может побыть с Демкой, его полечить, а я могу побегать по мероприятиям, поснимать для вас видео. Поэтому оставайтесь со мной. Кто не знает, что маме, если кто-то захочет маме прислать какую-то посылку, и если вы не знаете, что дарить мне, то, если что, я люблю мангу. Я смотрю, такая у меня Ника очень скромная. Вот прям всем захотелось мне прислать посылку. Пристегивайся, поехали. Мы с Никой уже справились. Сейчас возвращаемся домой. Я, кстати, за собой носила туфли, чтобы везде. Да. И купила... Убери туфли. И купила себе спрей для замшевых лейстопов. Чулок, ура, я их нашла. Что в магазине, то есть в проспекте появился нет. Я как раз была в отпуске на море, и мне всегда, и прям здесь была презентация. Девочки, я приехала в MyGym. Это детский фитнес-клуб американского формата. Знаете как, под носом. На самом деле у нас в районе, а я даже не знала. Пригласили не только меня, вот там вот сейчас идет презентация, и там много мам, блогеров. Вот, я очень рада, что меня пригласили, и я вот сейчас хочу Дёму водить вместо детского сада сюда. Ценовую политику узнала, я вам оставлю внизу ссылочку, кто из Киева, кто из моего района, это район Харьковский, Позняки, Осокорки, вот, и я думаю, что очень прикольная, смотрите, очень прикольная фитнес-клуб. Я в восторге. И Дёма, я думаю, будет в восторге. И тут до 15 лет, то есть и Доминике будет очень интересно. Вот. Сейчас я кого-то из тренеров поймаю и хочу поузнавать и вам записать, чтобы я не сама рассказывала, а чтобы рассказал профессионал. Сьогодні ми просто хочемо розповісти про те, як у нас справа. Тому що ми розвивались і зараз всього більше, більше цікавішого. У нас більший штат, більше діток. Це наша зона очікування. Батьки тут можуть чекати на своїх діток. Дітки у віці від 3 років 3 місяці займаються самі вже в залі. Зараз ми в зал пройдемо. Це роздягання. Тут у нас є, власне, і такі шафочки, можна сказати, для речей. І можна, хто старший, хто вже дорослий, може в кабінку зайти. А це ми проходимо в зал. Це наші ворота, щоб малечі втікали. Попросилась. Власне, і до вас різноманітного обладнання, яке комбінується друзья і всілякі castles, mountains, є тролей, є swing support system. Це наша така теж дуже класна штука, унікальна. Там різноманітні підвісні системи, це і трапеції, і кільця, і гімнастичні полотна. Все ми використовуємо на заняттях. Взагалі наші класи – це основи гімнастики, акробатики, легкої атлетики, ну і такий комплексний фізичний розвиток. Мене смотрять, я буду стіснятися. Это моя подписчица. Мы сейчас на презентации новых помад линейки Mark. И вот мы даже не познакомились. Да, Сабина. Сабина? Да. Я... Это Сабина. Слабина живу тут. Слабина? А давно приехала? Да, уже я учусь тут давно, уже училась, то есть уже сколько? Ну, 7 лет где-то. Вот так вот я и начинаю знакомиться со своими подписчиками. Да. А с Анечкой я начала звонить, когда я родила ребенка. А сколько сейчас? Ребенку уже 4. Ну, то есть я не так давно, а как-то что-то там это... Короче, все с ребенка началось. Вообще, я до ребенка даже не знала, что вот эти видеоблоги ведут. Хотя я не такая старая, но потом вот начала, о, боже, думаю, то столько девочек всякое ведут, интересно. Да, мы тут вот Олечка еще стоит. У нее тоже есть свой канал. Она фэшн-блогер. Оля Дроздова. Подписывайтесь. Анечка классная. Подписывайтесь.
потому что на самом деле мы все 11,5 лет с Вадамом дарили вам радость. Вот, и все время старались поднимать настроение и придумывать такие песни, чтобы у вас всегда было только хорошее настроение. Дарить вам, конечно же, любовь. Вадам, я тебя поздравляю. Мы с тобой. Мы с тобой крутой дуэт, который еще покажет. Наденька, ну а по правилам М1, как только тебе вручают такую награду, ты должна сделать такую прическу, как у Цибульской. Возвращайся, прямо сейчас будет, ребята. Еще успеем, еще успеем отдохнуть. Свой влог. У нас выпал снег, полежал. Была настоящая зима и потом растаял. Я в инстастори все снимала, так что кто в инстаграме, тот в курсе. Но реально было очень красиво, как в сказке. Я сейчас еду за ширмой. Я себе на Новый год делаю подарок. У меня был проект, я вам о нем говорила тоже в инстаграме. И на эти деньги я решила купить стол для визажа. И там теперь у меня будет... Его будет делать 2 недели, как раз к Новому году, по идее, он должен прийти. Вот. У меня теперь будет место для съемки, бьюти-видео и не только. И сейчас я еду за ширмой, потому что стол я поставлю так, что будет видно всю комнату, где кровать. Ну, не очень как бы красиво, в плане у меня камера не размывает задний фон, поэтому мне надо чем-то закрыть. И я нашла красивую ширму с городом Нью-Йорком. Нью-Йорк хочу. Вот, но эту ширму потом можно использовать для видео фэшн. Еще хотела вам рассказать о новых помадах Марк. Я вам дома покажу. Надо было, в принципе, показать, а потом болтать. Ну ладно, приеду домой, покажу. Там 4 помадки в тубусе. Такой тубус, и там 4 матовые помады. Это новинка в линейке Марк, поэтому кто любит Avon, можете попробовать. Я покажу вам свочки, сделаю. И, конечно, теперь вот у меня скоро будет стол, у меня будет бьюти-видео, он будет со светом, в общем, будет все очень-очень круто, и скоро на канале «Жизнь мамы, которая девушка» будет очень много видео. У меня эта держалка в машине накрылась, надо новую купить, поэтому я еду и держу телефон. Это не очень удобно, потому что рука трясется. Хочу вам сказать огромное спасибо, что вы меня так поддерживаете. Мне столько много пишут, и огромное вам спасибо за то, что поддержали мое видео «10 нарядов к Новому году». Столько приятностей, вообще очень-очень-очень приятно. Я, конечно, с этим видео повозилась, ну, мы с Никой поехали, отсняли, это все понятно, да, но возилась я именно с монтажом, подбором музыки, нарезка. Я начала в 9 утра, закончила в 5 вечера. А видео всего лишь 8 минут. Но вы оценили, и для меня это лучшая похвала. Я понимаю, что я делала это не зря. Поэтому спасибо вам большое, вообще огромное. Посмотри, кого я уже сфотографировал. Вон, чья там фотография, такая большая, да? Красивая. А теперь надо это горлышко сфотографировать. А теперь сфотографирую тебя. Смотри, еще одну делаю фото. У тебя там есть кушать, что творится. О, вот он, поэтому болит. Видишь? Видишь, что это такое? Смотри, пузырик. Ты видишь, что там у тебя такое? Пузырик у девушки-ушки. Вот поэтому ушко да. Болит, понимаешь? Сейчас я тебе все покажу еще. Сейчас, смотрим, смотри. Какой хороший парень. Здесь тоже воспалил есть. Офигеть. Есть, но здесь меньше. Ку-ку. Еще. Я уже дома, но... О. Дема заболел у нас. Мы только что были в Добробуте, да, Демка? Я в сторис показывала, у него двухсторонний отит. Вот, и назначили антибиотики, и сейчас мы с температурой сидим, едим. Да, Дем? У нас тут сладкая вареная морковь, свекла, и гречка и мясо, да. Вот, я сейчас и хочу съездить в эпицентр и... Хотела вам показать... Маси. Да. Хотела вам показать... Маси, у меня это... Руки у меня грязные. Не грязные, мы их мыли. Ширму хотела показать. Самый новогодний обмен среди мам-блогеров. Что же я собираю для своей девочки? Вот. Хотела вам показать, я вам покажу, только, наверное, уже в другом влоге, потому что этот какой-то слишком затянутый получается.
Хотела показать ширму, но поняла, что не покажу. Потому что покажу только действительно вот в следующем влоге. Сейчас Демка капризничает, мне некогда ее раскрывать, вам показывать. Но она офигенно тяжелая, большая, и тут, ну, то есть дерево, не пластик, поэтому она тяжелая. Ну, в общем, в следующем влоге покажу, сейчас покажу вам помадки. Давали вот такой вот тубус, и здесь 4 матовые помады. Сейчас я вам раскрою, покажу, какие они, сделаю сводчики. Такие вот оттенки. Конечно, у меня сейчас освещение не фонтан, но скоро все изменится, будет много света. Вот, и покажу вам сводчики. Вы видите, да, цвет, где какой. Кому какой больше нравится, пишите в комментариях. И скоро сделаю розыгрыш на канале, так что подписывайтесь на канал «Жизнь мамы, которая девушка». Буду разыгрывать там что-нибудь очень интересное, я думаю, что из косметики. Все, видео заканчиваю. Спасибо, что были со мной. Деткам не болеть. И скоро будет новый влог.